MMA. Takes the neck. He's out. Like, I think he's out. He's out. Oh, my that's goodness. A wrap. Nell is out. Jaime put him to sleep. He's out. Like, I think he's out. He's out. Oh, my goodness. Just putting in work. And now trying to sink in a rear naked. And he's out. And he has been put to sleep by Hunter Chambers. Again, rear naked. And he's out. He's got to fight the hands, those staples. Trying to flatten him out now. Referee Sam watching very closely. Wyatt Frazier. That will do it, Wyatt Frazier. With the first finish. Sam watching very closely. Wyatt Frazier. That will do it. Сделать треугольник ручной. Да, ему нужно выбраться сейчас в правую сторону, но здесь и сетка мешает, и соперник тоже. Все, сейчас, скорее всего, будет сдача. Слишком сильный захват. Да, очень хороший треугольник, и рефери проверяет, и, видимо, уснул. Уснул, да. Увидим ли мы сегодня второй раунд? Дайын дәп жатыр қазір. Иә, мені. Ну, сегодня же юбилей. Брюва гильотина, брюва мне, да. Arm triangle choke. Любые удушающие приемы, какие хочешь. Задай, на любой вкус. Ослабил захват и опять пережимает Приходько. Но нет, не стучит пока. Нет, нет, не сдается. И вот сейчас. Вот сейчас, по-моему, уснул. Все? Нет, нет, продолжается бой. Все. А вот теперь обесточен Зухриддин Гафуров. Это досрочная победа Никиты. И вот сейчас. Вот сейчас, по-моему, уснул. Все? Нет, нет, продолжается бой. Все. А вот сейчас спина. Маджимакаджи. Умом и питкаменсо. Дурыгу исимида. Но Перейра Кунгова уйра чеку. О, идет чеку. Игитмебида. Капликаджи мутаны Перейра. Ва, Кимиоро Кунгова. Здесь уже тэбл 확인할 수 없을 정도로 아예 기절을 내버렸습니다. 심판이 확인합니다. Кокол жерде әзірше мінейінді бар. Башлаки лейтенат. Амирхона. Шаршамаған күйде қазір қылқындыру мүмкін. Қылқындырып жатар. Қай үйде? Есінен танған жоқ па? Есінен танды. Ақынбек. Айжарық Ақынбек. Әу бастады. Айжарық жақсы қолдан алған болатын, бірақ гардты шыны керек. Не себепті аяқпен өзін орын. Да, нужно. Но это удается. Ставить локоть, либо. Он пересаживается. Не-не-не-не-не. И сейчас будет ли ручной треугольник? Будет ли? И уснул. Кажется, да, уснул Наиль Михайлов. Все время верно, он потерял сейчас сознание. Хумаюн сразу же пытается помочь.
сопернику прийти в себя. Не-не, и сейчас будет ли ручной треугольник? Будет ли? И уснул. Кажется, да, уснул Наиль Михайлов все время. А не попадется ли сейчас на удушающий? Смотрим. Хороший захват у Алдияра Колыбекова. И неужели все вот так и закончится уже здесь? В первом раунде увеличивается давление. Да! Очень тяжело приходится. И все! Обесточен Давид Микропола. Ничего себе! Да, сегодня были... В первом раунде увеличивается давление. Да! Очень тяжело приходится, и все! Руки, опять же, если касается нога, так, колено и, еще. Да, три точки, не забываем. Там и без руки партер. Там прием пошел вот. Тем временем. Смотрим, верит в этот сабмишн Шамиль Бараев. И что получится отсюда прям? Контроль ноги нужен еще. А все, ничего себе! Фантастика. Вот это да, задушил уже в первом раунде. Ну, а Бараев, конечно, мастер. Еще одна досрочная победа, на сей раз у него в статистике такая приятная. It's almost like a modified anaconda choke. No, this is very tight. This is very tight. If Sam can scoot, that's it. He's out. Sam Hibbert, new bantamweight champion. Sam Hibbert is the bantamweight champion. No, this is very tight. This is very tight. If Sam can scoot, that's it. He's out. Sam Hibbert. I think it's about to end, gentlemen. I believe this fight is about to be over. That and Alvarez is going to go out. Luke Wilson's taking a look. I think it's over. It's over. Cedric Sanders, round two, choke. The Underground King. I mean, have you ever seen him perform as good as he does when he's in this setting? No, this is like a mythical fighter status here. That is right off cue. He used eight. Is he out? I mean, he's cranking hard on it, but... How the fuck is he still awake? This guy's I don't think he is. That's he's a technical out. Submission. Fantastic performance there from Lewis. Absolutely fantastic. There he is, pumping his chest now. A big debut win. I mean, he's cranking hard on it, but... How the fuck is he still awake? This guy's I don't think he is. That's he's a technical out. Submission. Fantastic. Head might be popping out, might have a little bit of space there. Certainly looks like he's putting in a bit of a squeeze. Yeah, Nabriga, if he wants to finish that, he's going to his left hip, get his right elbow to the mat, he's gone. Oh, he's out! He's gone! Technical submission! Beautiful. Certainly looks like he's putting in a bit of a squeeze. Yeah, Nabriga, if he wants to finish that, he's going to his left hip, get his right elbow to the mat, he's gone. Oh, he's out! Squeeze on the chin will do it too, though. Yeah, you can often just tap to the pain here, can't you, Shauna? Yeah. When it's crushing on the jaw, is he out? He's out. That was a quick start. Wow. Much like the last Cage Legacy show, the guys are not hanging around in the team fights. Yeah, you can often just tap to the pain here, can't you, Shauna? Yeah. When it's crushing on the jaw, is he out? He's out. That was a quick start. Wow. Полминуты еще. Вдруг получится. Терпит Андерсон Гонсалвес, пока не отключается, следит Валуевич. Да, Дмитрий все видит, там хороший... Все! Досрочная победа Владимира Васильева! Вау! Там восстанавливают сейчас Андерсона Гонсалвеса. 12-я победа Владимира Васильева, 4-я победа...
Придется это сделать Игорю Литошику. И уже Гизава прихватил на удушающий своего соперника. Все. Ну что ж, в общем-то, Идрис Гизалов победил Игоря Литошика, его же оружие. Идрис Гизалов, он даже так не празднует победу бурно, хотя выиграл досрочно. Отсопротивляться настолько, чтобы избежать этого положения, и пошел ручной треугольник. Возможно, это конец в этом поединке. Смотрим. Хватит ли сил у Линкольна задушить? Все, да. Нужно отпускать Линкольну Энрике. Досрочная победа Энрике. Еще раз смотрим. Нет, не постучал и отключился. Душающий прием. Смотрим. Идет прием. И пытается снять. Все. Да! Вот так вот Мехди Байдулаев выигрывает во втором раунде досрочно удушающим приемом у Бахарбека Каргинова. Мехди у нас общается с Мейрбеком Хасиевым, который, естественно, присутствует на юбилейном. У Магера, а вот здесь захват уже лучше. Смотрим. Нужно еще немного растянуть. И что, здесь сил уже нет. Видимо, сейчас сдастся или нет. Все. В школе Александр Шлеменко не сдается. Отключился Михаил Дорошенко, а Денис Магер. В этом дивизионе, в лиге ЕСЕЙ, очень крепкие борцы имеются. В том числе, например, хватил, причем без рук. И удушающий прием от Елемана. Ведет к сетке. Есть хороший захват, нужна опора. Но вот смотри, что творит Шапау в это время. И засыпает Шапаов. Елеман Швертаев поддерживает очередную досрочную победу. Опора. Но вот смотри, что творит Шапау в это время. И засыпает Шапау. Влюб. И хватит ли рычага Гафурову? Пытается. Там Серпетовский все-таки выбраться. Но отсюда падает под соперника. Я думаю, здесь все. Мне кажется, что здесь все. Да. Да. В тяжелом состоянии Серпетовский. И есть победа. 2-0 теперь. Здесь и доведет ли? Терпит Барсегян. И что, отключился или нет? Нет, пока не отключился. Держит руку Нурматов. Все. Да. И все-таки кислорода не хватило Китару Барсегяну. И что, отключился или нет? Нет, пока не отключился. Держит руку Нурматов. Все.